С сегодняшнего дня у школьников Ульяновской области начались осенние каникулы. Неделю ребята будут отдыхать от уроков и ранних подъемов. Пока стоят погожие деньки, дети спешат на прогулку. Поэтому водители призывают ездить максимально аккуратно и помнить правила дорожного движения. Всю неделю сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия с детьми, их родителями и водителями. Выбирают в основном оживленные участки дорог с пешеходными переходами. В акции «Внимание! Каникулы!» участвуют как взрослые, так и дети, юные инспекторы движения. С пешеходами и водителями проводят профилактические беседы, а на память дарят световозвращатели. Водителям желаю, чтобы они всегда были внимательны на дорогах, не отвлекались ни на какие препятствия, посторонние вещи, телефоны и так далее. Всем счастливого пути. В другой акции «Ремень безопасности» акцент на безопасность несовершеннолетних в салоне авто. При перевозке детей необходимо использовать специальные удерживающие устройства, соответствующие их росту и весу. Ремень безопасности – эффективное устройство в автомобиле, которое помогает снизить тяжесть последствий при дорожно-транспортном происшествии. Уважаемые водители и пассажиры, не подвергайте свою жизнь опасности, пристегивайтесь ремнями безопасности в автомобиле. Только за полгода 2021-го на дорогах областного центра зарегистрировано 41 ДТП с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. При этом 48 детей получили травмы различной степени тяжести, и один ребенок погиб. Анна Тищенко, Управда ТВ.